мне назначили двустороннюю тонзиллотомию. Нужно было удалить гланды. То есть этот вопрос меня мучил больше 10 лет, и лечащий врач, у меня было два врача. Они посовещались и решили, что все-таки будет правильнее их убрать. Поэтому это было под общим наркозом. Страшно боялась. Я боялась этих ощущений, что я буду это слышать и видеть. Но настолько прошло все комфортно, и нисколько не жалею. Обработали даже руки, чтобы не больно было даже колоть вены. Поэтому я была настолько удивлена, я проснулась в палате в хорошем настроении. Мне говорят, да не надо разговаривать, ну, нельзя этого делать, но все, было, чувствовала себя прекрасно. Хорошая палата. Большие санузлы. Вкусное питание, то есть очень вкусно кормили. Причем то, что очень больно глотать, нельзя. И мне приносили взбитую еду, то есть насколько вот каждый подход отдельно супчик, то есть супчик просто процеженный, то есть подход каждого, это просто не может не бросаться в глаза. После самой операции мне пришлось побыть в больнице 2 ночи, и вот сегодня меня уже выписывают. Восторг, просто восторг, организация, то есть все четко, конкретно, то есть каждый знает свое дело, это очень приятно удивляет, то есть какая-то команда, вот, приятно. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.